Салем, Дустар, всех приветствую на моем канале. У нас реакция на сериал, который называется «60 килограмм», и это пятая серия. Без лишних слов приступаем, но прежде чем мы приступим, конечно же, всем коопрахме за то, что подписываетесь на канал. Дустар, кто еще не подписался, внизу кнопка, переходим, подписываемся и обязательно прожимаем лайки. И по итогу увиденного всего и услышанного пишем комментарии. Ваше мнение очень важно. Я его читаю, другие зрители читают. Так что, ребят, всех настоятельно призываю. Так, ну и, конечно же, подписывайтесь на мой Бусти. Такие сериалы, как «Мошенники», «Черный двор» на моем Бусти по ссылке в описании. Также там очень много другого контента. В общем, переходите, чекайте. Так, ну, давайте смотреть пятую серию. Марат. Симбагана каттыгеттен. Эттүктэ каттымес. Да, переборщил. Мен әке құрлы көрмейді. Бетімен кеткен. Қайда жүр екеніз? Жігіт емес пе, қан қитты келеді. Жарайды оны қойшы. Осы айда мұрайден шығу керек. Өзімізге аламыз демедік қой. Ала алмаймыз. Неге? Енді ақша жинап үлгермедік қой. Оның үстіне жұмыстан да шығып кеттім. Почему, да? Расскажет, нет? Қашан шықтым. Бүгін. Неге? Мен жұмыстан бір проблемалар шығып. Проблемадан проблема. Қандай проблема, Марат? Вокзалда бір жігіт. Рейлы предлагать еткен ғой. Рассказывает. Блин, я думал, он не станет рассказывать. Сон істейміз деп ұсталып қалдың. Содан? Содан мен бастық біліп қойып, үшеуміздің мойнымызға шытыра біліп жіберді. Марат, сен неге ондайға бардың? Енді үйге ақша керек болды. Оның үстіне машина да бұзылып қалды. Маған неге айтпадың? Неге мен ақылдаспадың? Мен ақылдассам не болады? Жарайын болды. Боларыс болды. Өшір свет. Ұйықтай. Жарысқа бармайды шығармын. Че, никак па? Никак. Дай верен шықпын. Ну, а если как-то подделать, нет? Бірнарсылып, түсіндір көрсен. А, там же через нотариус надо. Қалай түсіндірім. Еще он дай қайдан кейін. Таңертең ағайға барам. Бармайтын дайтам. Сен шо, дайынсың ба? Ә, дайын. Бір нәрсе дейін ба? Әкем жарысқа бармайтын болды, прикин. Қош. Ән от түрі етім. Что это значит? Құмаш. Әкен сен бір жарысыңды қалдырмай келе тұрған. Барған дұрсын? Ә, жоқ, тренердің барған дұрс. Ото ертең жарысты әкем анан айтады, тренер мұнан айтады. Мен ғашық кетеді. Да, у него кипишной отец, как я помню. Конечно. По первым сериям. Я бармаган дұрыс негізі. Сәт тілі мұнда, жарысқа айтты. Рахмет. Маған қаң ағылып келмесін бірақ. Жылап маған. Я чемпион боламын, көресің. Әймелден дәйеніш жоқ.
Мен жарысқа бармаймын. Блин, а интересно. Сен есім дұрыс болсын? Тренер что-нибудь сможет там порешать? Доверенность жоқ емес? Саған қанша болды доверенность әкел деп айтқаның? Ағай. Әкем рұқсат берген жоқ. Жарысқа бармайсың дейді. Күреске де мүлдем қатыспайсың дейді. Может, тренер с отцом поговорит? Так. Надеюсь, так и произойдет. Лидер, мен сен бұл жарыста қалдырып кете алмаймын. 60 килограммда нормальный результат көрсететін сен ғана. Заявка жіберілді. Билет барлығы дайын. Дұр, әкеңе сөйлесейік. Хорош, хорош, хорош. Дидар, встал и пошел. Вон он себя нашел. А моему, моему хуже уже не будет. Дидар, досын үйінде қонды. Жаңа звондап айтты. Блин, у отца у самого жизни вся коту под хвост идет, еще и жизнь сына пытается невольно поломать. Как до него никак не дойдет это, а? Айтым ғой, іштегі болмайды. Бұлдан атты қайтып келеді. Қайда барады дейсің? Маған кету керек. Жұмысқа хабар бастықпен сөйлесіңдер. Жай ма? Кішкене уақыт ала тұру керек. Дәл қазір штраф төлей алмаймын. Так, тренер один, да? Без Дидара. Ассаламу алейкум. Валимс. Мен Дидардың тренерін. Так. Біліп тұрм. Не болды? Сіз мен Дидар жайлы сөйлесуге келдім. Біз басқа қалаға үлкен жарысқа бар жатымыз. Енді, маған несі дейсің? Рұқсатыңызды беріп, қол қойып берсеңіз болды. Ол ешқайда бармайды. Ну, еп твою мать, блядь, вот ты мал, нах. Ну, блядь, мал. Балаңыздың потенциалы жақсы. Блядь, принципиальный мал, блядь. Күрессен болашағы бар. Оның болашағын сен шешпейсің. Ертең бір жер сынып қалса, сен жауап бересің бе? Бля, ребят, вы представьте себя на месте отца. Ой, блядь, не дай бог, да, на таком месте оказаться. На месте вот такого, блядь, отца. Тренер говорит вам, что ваш ребенок, в данном случае сын, да, потенциальный чемпион, возможно, даже международного масштаба. Да это же
не знаю, наверное, счастье услышать для такого, услышать для каждого родителя, особенно для отца, да, если речь идет о его сыне, о мальчике. Бать, я не пойму, может, он ему не родной или что, или как? Может, как-то в этом все дело. Но это, конечно, очень странно, что такая реакция отца на такой разговор. Тренер, сам тренер пришел. Это жесть просто. Он дай там, куда я сахтасын? Кудай. Сақтаған сақтайды. Короче, все, да? Никак. Балаңыздың болашағына балта шаппасаңшы. Вот, я об этом говорю с первой серии. Он болашағына балта шабам ба? Шаппайым ба, өзім білем. Ертең осы сыңыз үшін өкініп қалып жүрмеңіз. Эй, бала. Өкінем бе? Өкінбен бе, оны өзім білем. Құтың ба? Вот это, по-моему, лишняя грубость была. Бастыға тұрмай үйге қайтсын. Сейчас мальчик может просто вшатать и впечатать. Тренер так-то нормально же подошел, адекватно. Еле сдержался. Жаңа фото айтам, да? Біз қарағандамыз ғой. Ребят, если человек старше в возрасте, это же не означает, что он прав априори. А то типа возраст надо уважать. Да ни хрена подобного. Поступки надо уважать, а не возраст. Можно быть высоковозрастным кретином. Или же молодым, но адекватным, здравомыслящим человеком. Так что вот это вот выражение «возраст надо уважать», оно вообще просто в корне неверно и неправильно. Надо уважать человека и человеческие поступки. И они могут совершаться, эти человеческие поступки, да, адекватные, в любом возрасте. Слово сделал. Если не шпыть, мали? Че? Их мало не шлумит? 2004. 2004? Да. Да. Вы сол кезде білесің ба? 2 килограмм салмақ қойып бардым. Сол кезде нағып жүріп осымыз. Ойлаш, аға 6 жыл өтіп кетіпті ғой. Прикинь, Байбожинды сол уақыттан танимыз біз. Сол Байбожин бар ғой, негізі күресе алмайды қатты. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум ағай. Уағалейкум ассалам. Қайдан жүрсіз? Дидармен сөйлесуге келдім. Әкеңмен сөйлестім. Көмбе жатыр. Я думаю, после такого к Дидару вообще вопросов не должно быть, если даже у тренера не получилось. Дидар, сен білесің ғой, мен сені доверенность сіз ешқайда алып бара алмаймын. Что, он хочет его усыновить, что ли? Так у него же законные родители есть. Жанар, қалғылар. Амансыңдар? Так, стоп, блядь, действительно. А при чем, ну, отец, отец, ладно, отец, блядь, неадекват, невменяемый. Но есть же мать. Она его мать, законный представитель. Она что же может написать? А то как будто на отцы, блядь, весь свет клином сошелся. Серьезно? Келем девать падал бы. Ну что, па? А я на чумстах слил бы. Как раз издев жюрикин сол, курсет аслайн деген едін. Мен Маратқа кеше хабарласқан едім. Я, бірақ, біраз уақыт бар еді ғой. Қайдан білек? А, мені қана аяқ астынан вариант шығып, үйді көрсетіп жібересің бе? Жақсы. Жүріңіздер. Кіріңіздер. Жақсы. Хорошо. Краскасы кішкене ескілеу екен. Потолок жиі. Ашырға барамыз. Айт. Балалардың бөлмелері ғой. Действительно, потолки прям высокие. Или они низкие. Жақты сал.
спальня. Кіре беріңіз. Үй нешінші жылғы? 70-ші жылғы ғой деймін. Қыста қалай, жылы ма? Е, жылы. Енді азда бір ремонт керек, қолынан келеді. Әй, иә. Пол түстеп аласың. Қатырансыз ғой. Тыңдап тұрмай, айта бер. Мерім, маған уақыт керек болып жатыр. Андағы сумманы мен қазір тауып бере алмаймын. Марат, бізде күтетін уақыт жоқ. Любой уақыт тексеріс келіп қалады. Я, үйім сатылайын деп жатыр. Түсінсекші, балашаға мен далада қалайын деп жатырмын. Шаруаларымды қалай бітіремін, солай тауып беремін. Мен түсінгім келеді, бірақ түсіне алмаймын. Өйткені ол менің проблемам емес. Я, мүмкін Сәкенмен сөйлесерміз? Сәкен кетіп қалған. Бүкіл шаруаны маған тапсырды. Марат, мен бастықтардың алдында отчет бермеймін, желанием жоқ. Ренжімеш, мен қолымда емес ол. Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Е, бала, сен әлі дайын емессің ба не? Кешкі пойызға дейін уақыт бар ғой. Пойызбен емес, машинамен баратынмын. Сен де барасың ба не? Иә. Сол үшін жұмыстарымды ертерек бітірдім ғой. Айтпақшы, Дидар, бізбен барасың ба? Ха, жоқ. Менде доверенность жоқ. Е, доверенность не керек бар? Так. Машинамен барамыз ба? А, олай бола ма не? Конечно, болады. Машинамен ешкім тексермейді, давайте, я отвечаю. Омин. А что, так можно было, что ли? Я думал, доверенность нужна, чтобы там, ну, непосредственно всякие организационные моменты порешать, и чтобы тебя до соревнования допустили. Оказывается, только чтобы добраться до туда. Фу-ху! Да ты чё? Оказывается, не все так страшно. Дидар, готовь борцовки. Иду кашем посадцем. Усаптан, наверное, красивых раз было, ради. Угу. В конце этой недели. Осаптан сонудит. Было ма? Не. Было то. А куда? Реально на улицу? В банке бар, оформ где черик. Сосын, а свой куши верестер. Е. Мне задаток талмыс. Угу. Уже задаток дают даже. Шадар. Алчы. Шадар. Бәрі дұрыс па? Е. Бәрі дұрыс. Не, ну его тоже можно понять, это же его собственность. Мне ыңғайсыздан тұрым. Просто все как снег на голову. Тез емес пе? Түсінесің ғой, туман шаруаларын шешіп тастау керек. Яғни келінім несін деп білесің ғой. Иә, ойымдама. Бәрі дұрыс. Олай болса, Маратқа өзім түсіндіріп жіберемін. Эй, блядь, мужские, блядь, дела, мужские разговоры, блядь, сама все объясни ему. Жу. Жақын жерде нотариус бар, қазір мекен жайын айтам, ертең сол жерде жолығайық. Ағаш, жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Жанар, жақсы. Жақсы. Солай, мам. Жарайды енді, байқап жүр, балам. Жақсы, мам. Мам, менде бір өтініш болып тұр. Мен сөмкемді алып, сарайдың үстіне қоя саласыз ба? Спортивный сөмкеңді ма? Е, мен анау кірген кезде алып кете салатын. Жақсы. Айтпақшы, біз көшек деп жатырмыз. Қалай көшен деп жатырсыздар? Енді солай болып қалды. Мам, сіздер ана үйді аламыз деп жатыр едіңіздер ғой. Ала алмайтын болдым. Жарайды, алаңдай берме. Жарысыңа дайындал. Сумкаңды сарайдың төбесіне апарып қоям. Мам. Әле берем. Я обещаю. Ну да, 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 все верно. У Дидара появилось еще больше мотивации выиграть этот чемпионат. Ну и в целом стать чемпионом, да? Потому что там дальше пойдет профессиональная карьера, а там можно уже как-то по-другому жить. Мен чемпион была.
Че, Марат, можешь по стаканчику? Шоу на Ютубе, да? Трэш-то, канал Манал. Не буду тебя уговаривать, я лучше то скажу. В общем, здоровья, удачи тебе, Марат. Без тебя здесь все будет по-другому. Всем барсунга, Володя. Кобеля целый будут, да? Это что? В общем, здоровья, удачи тебе, Марат. Такой мужик, как ты, нигде не пропадет. Надеюсь, что все у тебя будет хорошо. Ална. Да, ребят. Он уже пропадает. Казбрынц. Он уже пропал. Блядь, это была как будто бы шутка, ирония. Алло. Алло, Марат. Ау. Үйге дәурен келді. Алатын адам табылды. Аптаның соңына дейін көшу керекпіз. Аптаның соңына дейін? Иә. Сен қайдасың? Мен жұмыстамын ғой. Маған задаты қалдырып кетті. Біз қазір үй қарауға барамыз. Какой дом? Он еще стопарик не накатил. А? Үй қарауға барамыз деймін. Сен қашан келесің? Марат? Ау, ау. Қашан келесің деймін? Сендер барып қарай беріңдерші. Мен кеш келем. Жарай ма? Ну, конечно, отличное решение просто нажраться в усмерть. Володя, хочешь? Все верно. Ну, это чисто хорошо. Мужской поступок, как бы. Все адекватно. Ага. Сендер спортсмен, сендер не был, как сағат создал. Мешок тұрсақты. Балам. Мешки. Жарыста не жейсіндер? Колбаса сыр салып берейін ба? Жоқ, болмайды. Онда қуырылған картоп бар, соны салып берейін. Жоқ, ондай болмайды жеуге. Ертең вес қосып алсам та. Онда жұмыртқа пісіріп берейін. Ой, мам, ештеңе керек емес. Тауықтың сорпасын дайындап қояйын. Әлі уақыт бар ғой, үлгереміз. Айнұр, болды, қойшы, үлгермейсің. Мә. Че там? Не бұл? Ашып көрсейші. Новые борцовки. Барған енді? Нешін алдым? Сен облысқа жатқан жоқсың ба? Ертең зато киіп шығасың. Комфортно. Охренеть такой дидар услышать. Шығыңдар тез. И видеть. Мәндер, ішінде алма, банан және пирожки бар. Ой, мам, талдықорғанға ұшақ сауап қой. Жолда жейсіңдер, жарай ма? Ну, все верно, все верно, ребят. Как раз это то, что сейчас нужно дидару. Как бы это страшно и парадоксально не звучало. Вот он сейчас посмотрит на то, как должно быть, и то, как у него сейчас в семье. Это, конечно, его смотивирует, и, скорее всего, я надеюсь, в его семье, когда он вырастет уже взрослым, будет, он возьмет ролевую модель вот из этой семьи, как надо жить в семье и относиться к своим детям, к их таланту и увлечению. А не будет копировать модель поведения из своей семьи. Ну, там мать-то нормальная. Там отец, блядь, у руля. Пьяный водитель, блядь. Да, конечно. Остросоциальный сериал. Жақсы, мам. Сәттілік. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет үлкен. Отыр. Сейчас надо, чтобы он еще увидел по пути на соревнования из окна этого джипа своего бухого отца, который шел бы ну, со своей работы. Давай, давай, быстрее. А Дидар просто не знает, что его отец там на бутылке сидит. Давай быстрее, пулей.
хочется сказать, мем смешной, ситуация страшная, ни хрена тут и ничего смешного, тут все страшно. Мандаты шкаф парикине? Я, юм таза, кин, кирек нарсен бәрі бар, төсек, шкаф, тумба. Ал енді бағасына келетін болсақ, 70 мың болады. Съем. Кішкене түсірсеңіз тәте. Ой, енді бұл деген ең арзан баға ғой. Күйім жұмыссыз, өзім базардамын. Тұрмаса алғашқы екі айында кішкене. Так, знакомый балкон. Тут, по-моему, сериал «Шикер» снимался, еще какой-то, да? Мен өз күнімді осы мен көріп жүрген адамын. Қызым бар. Знакомый балкончик. Да, алмасаңыздар басқа адамдар бар алатын. Жоқ. Точно, тут «Шикер» снимался первая часть. Кана, у них здесь квартира была. Тәте, мен қазір ақшасын төлеп қойын, е? Біз осы аптаның аяғына дейін кіреміз. Жақсы. Рахмет. Ұнайма? Өте. Әдемі, е? Мен ол үйде 15 жылы тұрдым. Мен барымды бердім оларға. Көмек керек болса, Маратқа звондайды. Бірдеңе істей алмаса, Маратқа звондайды. Ананы істей, мынаны істей. Кімге? Маратқа. Ну, ты себя сам так поставил в обществе. На тебе и ездит свесь в ножки. Мен олардың братишкаларын оқуға түсірдім Астанаға. Түсінесің бе? Сол жақсылық түсінбей. Енді ақша керек кезде үйден шық дейді. Вот уроды, да? Деньги им понадобились. Охренели совсем, ну? Ебал. Куда ж можно? Мы с Индерге брак нарсейте. Ишь каша. Ишь кинге семьи. Никого не бойтесь и никогда ни у кого ничего не просите, да? Жақсылық түсінбейді. Самат. Ау. Екеміз бірінші күрікті бірге түсіп қасақ. Мен сені нараға қадайтын сияқты. Ертең жарыс нараға қадылсам, бача үйден қуып жүретін сияқты ол. Так, а вот это вот, конечно, такой значимый разговор, да? Мне кажется, скорее всего, так и случится. И Дидар из благодарности. Из благодарности, что его вообще взяли на эти соревнования, отвезли, что он вообще там поучаствовал. Возможно, он даже отдаст победу своему другу. Ну, чтобы того из дома не выгнали. Там батя тоже тот еще тиран. Ну, так, в хорошем смысле слова. Всем умрем, рахаты. Сен күрессің деп әкең бүкіл жағдайыңды жасап береді. Бірақ кейде ойлаймын, мен чемпион болған маған қарағанда әкеме керек сияқты. У Дидара все наоборот, ну с точностью до наоборот. Екеуміз неге ыңғайсыз жатыр? Сен білмеймін, мен ыңғайлы жатырмын.
Басым қан ұйып қолды. Қарным ашып кетті. Мамаң не өзі? Басын тарты. Мені істе өтсі? Жүлге болмай. Ертең салмақ қосу ғой бізде таңертең. Он голодный, да? Салмақ қосып алсаңшы. Мен не дәвес қой. Твою мать. Ана сенің бауырларың болмағанда осыны істемейді. Біледі, мына үйді сат демегенде мұндай былыққа батпас едім. Все, понесло, блядь. Бауырларың қатысығанша. Понесло. Олар не саған? Ұрлық жаса деді ме? Өзің емес пе? Сен, сен тіпті мағанда айтқан жоқсың ғой іштеген. Не айтам саған, не? Не айтам? А? Ну, давай, шоу. Мен бірге ұрлыққа бар дейін ба? А? Не айтам? Мен қойш, ана сенің дәуренің анау. Сумаң-сумаң етіп, мәке-мәке деп. Туған ағаң сені, сені қуып жатыр ғой, туған қарындасын. Менің ағама тиіспе. Ол қайта бізге керісінше көмектесті. Не? Мен көмектеспедім бе? А? Ана думанды кім асырады? А? Кім оқуға түсірді? Кім ақшасын төледі? А? Мен ба? Мен! А почему он не оплачивал? Почему ты оплачивал? Что было, то прошло. Думанды далада қалдыруым керек па? Ол менің бауырым. Оған мен көмектеспегенде кім көмектеседі? Бізге кім көмектесті? Самое хреново, что дети все. Осы үйді қалдыра салса да болады ғой. Все это слышит и видит. Неге қалдыру керек? Сен өзіңше. Сен не істедің, ал айтшы. Мен сендерді асырадым, мен. Сені ана балаларды. Осы ма? Осы ма сенің асырағаның? 15 жыл бойы осы үйде тұрдық. 15 жылдың ішінде біз кішкене ақша жинап, өзімізге үй алуымызға болатын еді ғой. Сен не істедің осы уақытқа дейін? Сенің шешеңе қарадым, шешеңе. Сенің шешең тұра алмай жатқанда кім қарады? А? Болды ма анау думаның, дәуренің? Болған жоқ. Опа, опа. Мен болдым, мен. Вот и встречные аргументики подъехали, а? А где действительно были родные братья, родные сыновья, получается, да? А тут, по сути, чужой ей человек, не родной, имеется в виду, ухаживал за ней. Аргументы, аргументы. Да. Ну, мы-то сразу не знали про это, да? Мы сейчас по ходу узнаем. И, ну, это не то, чтобы что-то там кардинально меняло, нет. Но, как бы, чаша весов потихонечку изменяет свое положение, да, вот уже и к отцу Дидара на грамулечку, но другое отношение, хотя это не отменяет всех тех слов, что я сказал ранее. Твою мать. Шишень. Менің қолымда қайтыс болды. Мен шығарып салдым. Мен. Шешең ауырып жатқандана. Бауырларыңа звонить еттім ғой. Ей, шешелерің ауырып жатыр, келіңдер. Қайдасыңдар дедім. Келді ма? Не деді, а? Не деді? Командировка, жұмыс. Келді ма? Железобетонные аргументы. Соңғы сөзін. Мен маған айтты. Мен тыңдадым, мен. Блин, вот я считаю, что вот за такое, да, мать, не знаю, насколько она была, ну, условно, в здравом уме, да, в своем преклонном возрасте, при смерти, и должна была написать завещание на свою сестру, чтобы дом полностью им остался.
Я так понимаю... Так вот, нам же этот момент, по-моему, не показали. Я просто не понимаю, что это за дом. Это дом, скорее всего, где жила их мать. То есть это дом родителей. Это не дом брата, да, которого он условно когда-то купил. Это же их дом. И вот, исходя из этих соображений, надо было в таком случае матери вот чисто на них дом переписать. Как бы в благодарность за то, что в последние минуты жизни, в тяжелое время, они были с ней. Ано, балалары немес. Сонда мен бұл үйде. Да, все так и есть. А? Все так и есть. Это дом матери, дом родителей изначально. Может, это и упоминалось поначалу, просто не помню уж. Так, ребят, прожимаем лайки, пишем комментарии, ваше мнение, подписываемся на канал, если будет актив, вот под этой реакцией. Завтра следующую серию записываю реакцию, также загружаю на YouTube. Тем более там уже 2 или 3 серии скопились как раз. Так что все от вас зависит, как часто будут выходить реакции на этот сериал. Не ленитесь, ребят, не ленитесь, это очень важно. Подписка, лайк, комментарий обязательно и колокольчик желательно включить. Мам, что Маша? Это ваша обратная связь, некая благодарность. От меня вам тоже. От души Копр Ахмед большое спасибо. Так, ну давай, Дидар, ты вот сейчас только, главное, чтобы по весу прошел. Могу же не успею. Бес. Кімге сөйлеп отырып, одан да басқа мақсат қарсыластар бар. Бес. Мен келетіп отырған 30 бай. Бес. Былтыр 60 сотта шығылған. Жақсы көрсет. Бес. Бес. Сколько? Дидар, ну давай. Сын. Перевес. Да ну нахер. Омаров, салмағың артық. Өтпейсін. Келес. Как так-то, я не пойму. Как так-то, я не пойму. Вот он на эти пирожки налег поздно вечером, перед сном. Для чего это было? Это что, было специально, что ли? Или он настолько был голодный, скорее всего, давно ничего не ел, что просто не смог сдержаться? Блин, ну ты же едешь на чемпионат. Ты же пообещал себе и прежде всего себе, что ты возьмешь первое место и сделаешь все для того, чтобы твоя жизнь поменялась. Как так? Что это было такое? Или все-таки это он ради друга своего? Короче, непонятно. Я думаю, плюс-минус ответы будут в следующих сериях, поэтому, ребят, жду от вас активности и завтра смотрим следующую серию. Так, ну и, конечно же, пишите ваше мнение, как я уже говорил, по поводу моей реакции, по поводу всего здесь увиденного и услышанного. И, конечно же, подписывайтесь на мой Boosty, я вас там жду. Кто желает как-то поддержать меня и все, что я делаю на YouTube, но не знает, как это сделать, ребят, еще раз говорю, подписка на Boosty – отличный способ. К тому же вы еще получаете эксклюзивные реакции, которых больше нигде нету, везде все блокируется, авторские права, анау-манау, а на Boosty – топовые сериалы, топовые фильмы, очень много контента. Там чего только нет, только вас там нет. Так что все подписывайтесь. А на этом все. Всем пока, удачи, до встречи.